Владимир Путин в Сочи встретился с лидером Турции. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И сейчас подробности. РИА Новости сообщает, что 22 октября в резиденции президента Бочарова-Ручей в Сочи начались переговоры Владимира Путина и президента Турции Таипа Эрдогана. Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что политикам придется обсудить много тем. Уточняется, что главным предметом диалога может стать обстановка в Сирии, где была проведена военная операция. Турецкий лидер несколькими днями ранее отмечал, что Анкара предпримет шаги по Сирии после переговоров с Владимиром Путиным. Также Эрдоган заявлял, что хотел обсудить с российским коллегой безопасность на севере Сирии. 17 октября между Турцией и США состоялся договор о приостановлении военных действий в Сирии на 120 часов. 23 октября срок перемирия истечет. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online.